вперед резкие, сильные удары Теймураза Кекилидзе. Формула боя 10 раундов по 3 минуты. Но чувствуется, что Теймураз настроен на досрочную победу. Мощные удары потрясают его соперника Александра Банина. Рефери Валентин Шишов из Екатеринбурга открывает счет. Нокдаун. Александр Банин тоже достаточно опытный спортсмен. Он финалист игр доброй воли в американском городе Сиэтле, призер чемпионата Советского Союза. 8 встреч на профессиональном ринге и 8 побед. Что-то подсказывает Смоляков, тренер российского боксера. Банин что-то пытается сделать, но очень много потеряно. 7-й раунд. И сразу же вперед идет Кекилидзе. Бой очень интересный, темпераментный. Но преимущество российского боксера бесспорно. Временами мне кажется, что Теймураз чуть-чуть торопится. Но, тем не менее, вот видите, дождался своего момента. Соперник в углу ринга, мощный удар снизу. И очередной нокдаун. Я думаю, что зрители получили огромное удовольствие от этого поединка. Очень темпераментный бой. И опять вперед идет Кекилидзе. Александр Банин явно потрясен. Опять мощные удары, хорошо получается апперкоты у Теймураза. И бой, судя по всему, завершается досрочно. Победа Теймураза Кекилидзе. И вот пояс чемпиона СНГ и славянских стран.